Привет! Меня зовут Максим Ильяхов, я редактор, делаю всякие информационные продукты, сайты, книги. В 2016, кажется, году у меня и моей коллеги Люды вышла книга под названием «Пиши, сокращай». Возможно, вы ее видели, знаете, это книга о редактуре. И вот сейчас, буквально через несколько недель, на свет появится следующая книга, продолжение «Пиши, сокращай» под названием «Ясно, понятно». Это книга о том, как писать понятный, ясный текст для того, чтобы убеждать людей. Какая бывает ситуация? Человек вроде вас слушает, вроде бы читает ваш текст, но либо его не понимает. Либо он его вроде бы понимает, но делает не так, как вы хотите. Или, например, вы преподаватель и обучаете людей, вы пишете для них учебные статьи и материалы. И вот вы пишете, вы все правильно пишете. У вас чистый текст, хорошие слова, все правильно подобрано. Но почему-то люди вас не очень хорошо понимают. Или вы могли написать очень хорошую статью со всеми правильными аргументами, но люди смотрят на эту статью и такие: он какой-то враг, он работает на Госдеп, или он там кремлевская пропаганда. Как-то вот нам, мы не верим ему. И вы написали правильные вещи, но вам люди почему-то не верят. Ну или самое... простая ситуация. Вы написали классный текст, люди посмотрели на него и сказали: что-то какая-то, долго читать, не будем читать. То есть история о том, когда люди увидели текст, испугались и его не прочитали. Так вот, ясно-понятно ровно об этом. Сейчас я вам покажу кое-что из некоторых рабочих материалов, чтобы вы увидели, что вас ожидает в этой книге. Если представить примерно знание о редактуре, можно увидеть, что вот в фундаменте здесь материал «Пиши-сокращай». Это полезное действие текста, как писать чисто, как делать нормальную структуру текста, а потом, когда мы это сделали, мы переходим на следующий уровень. И, собственно, ясно-понятно, это следующий уровень понимания текста. Как использовать правильный контекст, как задавать его, как управлять интересом читателя, как писать ясно и как подавать текст, чтобы вашему читателю было с вами интересно, и он быстро все понимал. Она по объему примерно как «Пиши, сокращай». Я собрал в этой книге все то новое, что я узнал, что понял о редактуре за последние 4 года. Вот просто взял все, что у меня было в башке, изложил в этой книге, и теперь она доступна для вас для предзаказа. Как обстоят дела сейчас? Пока что эта книга не вышла из типографии, она еще в процессе производства и выйдет из типографии, скорее всего, в конце ноября, в крайнем случае, в начале декабря. Но уже сейчас вы можете оставить предзаказ, то есть заплатить вперед, и как только эта книга выйдет из типографии, первым делом она поедет к вам. Не в магазины, не на склады, она поедет напрямую в логистический центр Alpina Publisher, откуда они будут раздавать, развозить, отправлять ваши заказы. Сейчас, на время предзаказа, у вас есть возможность купить эту книгу со скидкой 15%. Вот сейчас я выведу вам промокод. Вот этот промокод вводите при заказе, и у вас будет сниженная цена. Вписывайте промокод, оставляйте предзаказ и ждите, когда эта книга приедет к вам в первую очередь. Меня зовут Максим, спасибо за внимание, надеюсь, было интересно. Если не читали «Пиши, сокращай», очень рекомендую. А если уже читали, то вот эта книга – это следующий уровень понимания текста.